Музыканты – негласные коллеги работников медицинских учреждений. Процесс обучения музыке чем-то похож на работу доктора. Здесь также требуется старание, умение и бесконечная практика. И тогда результат будет радовать не только исполнителя, но и окружающих. Плодами своих трудов решили поделиться воспитанники Десногорской музыкальной школы имени Глинки. Юные мастера уверенно владели балалайкой, домрой, гитарой, фортепиано и скрипкой. А программа была подобрана согласно событию. Она выбиралась с пониманием тематики, с искренним пониманием того, что наши профессии, медицина и музыка, связаны. Концерт проводится уже не в первый раз. Среди благодарных зрителей были как пациенты, так и сотрудники медицинского учреждения. Концерт посвящен весне, пробуждению. Весна, пробуждение, здоровье. Это как бы все уже созвучно. Пусть музыка не способна спасать человеческие жизни, но доставить минуту удовольствия и счастья ей абсолютно по силам. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.